Ночь четверга на пятницу на космодроме Байконуре что-то снова пошло не так. Российская ракета-носитель «Протон-М» с мощным спутником связи «Экспресс» на борту рухнула на старте из-за отказа двигателей. Нештатная ситуация случилась на 545-й секунде полета во время отделения третьей ступени носителя. Предположительно, что падение обломков аппарата произошло за пределами Казахстана. Сама ракета-носитель, скорее всего, утонула в акватории Тихого океана. Хотя не исключено, что ее фрагменты обрушились на Алтай и Китай. Космические аварии за последние несколько лет уже стали традицией и совершенно перестали удивлять. Предыдущий позорный запуск «Протона», закончившийся падением ракеты в 2,5 километрах от стартовой площадки, произошел на Байконуре 2 июля прошлого года. Три спутника «ГЛОНАСС» и сама ракета-носитель взорвались спустя полминуты после старта. Около 600 тонн гептилового топлива разлилось на казахстанской земле. Концентрация ядовитого вещества в несколько раз превышала допустимую норму. В инженерных решениях не предусмотрено там 100% истечение топлива. Даже ничтожные количества, которые есть, не самого, может, гептила, но его производных, чрезвычайно токсичны. Если человек капнет чистым гептилом на ладонь, он может получить смертельное отравление. Авария почти годичной давности ударила по бюджету России суммой в 125 миллионов долларов. Космическая трагедия минувшей ночи оценивается экспертами почти в 228,5 миллионов. Специальная комиссия уже начала расследование причин катастрофы. Пока известно, что погибший спутник «Экспресс» был основным при переходе на цифровое телевизионное вещание в России. До выяснения причин крушения запуска ракеты-носителей «Протон-М» с космодрома Байконур приостановлены.